Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я риэлтор, занимаюсь недвижимостью в городе Рязани. В этом видеообзоре покажу вам дачу, которая находится в микрорайоне Семчино. Вот обзор вашему вниманию. Так, ну начинаем нашу с вами экскурсию. Непосредственно буду показывать вам вот этот земельный участок, дачу, со зданием, которое тоже здесь находится. Смотрите, огорожен металлическим забором. Тут есть вот... Так, сейчас нахожусь уже изнутри. Земельный участок где-то 9 соток. Вот вам показываю металлический забор. Тут кругом малина, смородина, кружовник. То есть кустики есть уже. То есть можно сюда уже приезжать с детьми, если вдруг у вас есть желание приобрести. И лакомиться уже вкусненькими ягодками. Сейчас вам покажу весь участок. Это здание. Здание оформлено по документам. Сейчас вам показываю. Здесь вот такое кострище. Приехали, пожарили шашлыка. Тоже классно, хорошо. Тут с одной стороны вроде как бы открытое пространство. Тут, допустим, солнечно. Может сделать какой-нибудь навес. Как я думаю, если нет желания делать навес, тенечек есть вот в тени деревьев, там тоже полноносящие деревья. Сейчас туда с вами пройдем. Так, вот мы с вами двигаемся. Так, это, конечно, хорошая погода сейчас, классная. Сюда можно поставить какую-нибудь раскладушечку и полежать, дышать свежим воздухом, наслаждаться природой на своем собственном участке. Такая красота. Ну, достаточно места здесь много. К участку подведена вода. Сейчас вам покажу. Это если вдруг что-нибудь поливать, пожалуйста, вода только летом. Но тоже хорошо. Так, сейчас пройду. Такая вот красота еще раз. Так, сейчас, наверное, чтобы вам было еще более понятно, залезу сейчас на крышу и покажу вам, какой вид на участок непосредственно с крыши. Будет понятно, что вокруг, и по размерам будет ясно сразу. Так, вот смотрите, сейчас я поднялся на крышу. Заодно можете оценить, что все тут аккуратненько. Крыша вся целая. Делать ее точно не нужно. Вот сверху сейчас вам показываю этот участок. Вот так вот, так вот. Ну, территории достаточно, чтобы сделать хороший огород при надобности. Это вот ворота. На всякий случай подсмотрим, что тут у соседей. Видите, грядочки аккуратненькие. Ну, то есть, если вы хотите, если вам нужно, можно также облагородить этот участок. Будет также у вас ухожен. Там и теплицы, и домики посерьезнее. Вот такая вот красота. Сейчас еще раз вам покажу. На самом деле очень приятно здесь находиться. Такой воздух чистый. Ну, конечно, когда это еще и в собственности будет принадлежать, своя собственная земелька, очень хорошо. К зданию, ну, к этому непосредственно подведено электричество, то есть тут все есть. Ну, сейчас... Так, вот перед вами само вот это вот здание. Левая часть был бывший гараж, и к нему была пристройка. Целиком полностью кирпичная. Сейчас я вот наверх по лестнице залезал на крышу. Да, так, кирпичная будка для собаки, если вдруг нужно. Так, а сейчас несколько кадров по месту расположения вот этого дачного участка, вот этой дачи. Вот это микрорайон Семчино, улица Княже Поля. Туда вглубь улицы Княже Поля. Вот здесь дорога. Впереди пересечение, перекресток с улицы Интернациональной. С левой стороны детская больница. Вот здесь видно перинатальный центр. Жилые дома. И вот прям налево поворачиваете. И получается там... гаражный кооператив, я так понимаю, и дача находится. То есть, в принципе, вот прям и ехать, ну прям вот они совсем рядышком. Не где-то не в глубине. Каких-то минут 5 вот отсюда, если завернете. То есть вот такое вот расположение. В принципе, в городе. Ну вот такой земельный участок, вот такая дача.
в Рязани. Так, ну на этом мой видеообзор подошел к концу. Земельный участок, здание. Надеюсь, информация была доходчива и понятна. Будут какие-то вопросы, задавайте. Ну, захотите прийти посмотреть ее своими глазами, тоже обращайтесь. Ролик заканчиваю. Всего вам доброго. До свидания.